дурдом в Полысаево, блядь, я охуенно. Я это выложу в интернет, пускай смотрит. Поскольку американская компания Procter & Gamble прекращает свою деятельность в России, русские ведут войну за последнюю посуду и моющие средства в Фейри, оставшуюся на рынке. Видеокадры из города Полесаево, Кемеровской области, России. Вон того, вот эта морда, вот она, красавица. Вот он пошел, блядь, я думаю, что собьет всех. Радостные лица, две сковородки, три даже. Детей потеряли.